Добрый вечер, большая страна! Добро пожаловать в Набережные Челны, добро пожаловать в Татарстан! Это Мелбет, первая лига, которая стремительно несется к своему финалу. Тур номер 27. КамАЗ дома принимает Велес. Команды, которые расположены не очень высоко в турнирной таблице, команды, которые, конечно же, жаждут улучшить свое положение дел. В особенности это касается, конечно же, клуба из Москвы. В темно-синих цветах КамАЗ, в бордовых, фиолетовых таких футболисты Велеса. Все это в тени темненькое, но, тем не менее, будем разбираться, будем смотреть. Поехали! Алексей Мамин в воротах футбольного клуба КамАЗ. Вот так вот я скажу. То же самое я скажу и про момент с Евгением Макеевым. Удары! Рядом со штангой мяч летит Артура Рустамян. Ответ, пожалуйста, от КамАЗа. Вот такой вот достаточно эффектный, достаточно... Рустамян. У нас уже, кстати, почти 15 сыграли. Рустамян раскручивает. Удар наносит и опять рядом со штангой. Ну, давайте посмотрим. Рустамян здесь искал, искал. Пока совсем не заметен Карим Гираев. Может сейчас интересная атака у Велеса получиться. Давайте смотреть. Георг Саркисян скорость набирает. Есть вариант справа подключить. Смирнов. Можно бить. Удар 1-0. Молниеносная атака Велеса. И это Олег Смирнов. Очень хлестко, очень ярко. Ай да как хорошо это было сделано. Посмотрите, как они разогнали всю эту историю. И 1-0. Велес выходит вперед. Олег Смирнов забивает первый свой мяч. Кабахидзе, есть слева Песиков. Песиков мяч получает. В центр режет Песиков. Дибиргаджиев. Падение, пенальти. Вот тут вопросов нет. Джамал Дибиргаджиев, конечно, мимо мяча махнул. Но дальше Владимир Кабахидзе зарабатывает пенальти для Велеса. И Дибиргаджиев ставит мяч на точку. Вот посмотрите, Дибиргаджиев тут не пойми, как мяч принял. И Руслан Аюкин не успевал. А сейчас надо. Дибиргаджиев. Разбег. Удар. Спокойно. 2-0. Джамал Дибиргаджиев. Он на таких пенальти собаку съел, что называется. Спокойно, уверенно развел Алексея Мамина и мяч по разным углам. И это самый, что ни на есть, гол в раздевалку. Успел Абдуллахи. Самино Абдуллахи стрелять. Или вот так вот на Смирно. В центр пойдет передача. И бить здесь нужно. 3-0. Константин Киртанов, но не будет мяч засчитан. Почему? Нам нужен ответ. Здесь спокойно. Дальше неплохо. А Рустамян, Косаревский, Гираев головой добивает. Косаревский все контролирует. Здесь мяч в ворота не попадет. Хорошая на Рустамяна передача. Артур Рустамян здесь сегодня как главный кудесник челнинского футбола. Ну и дальше Карим Гираев. Затылком хотел было Толстопятов как-то мяч в сторону ворот подправить. Еще подача Толстопятов. Штанга спасает Велес. На последней минуте основного времени КамАЗ мог вернуть интригу в этот матч. И больше пронадавить от КамАЗа. Ой, передача какая. Момент 3-0. Вот тут уже, хотел я сказать, никто не отменит гол Кабахидзе. Но положение вне игры. Ситуации, конечно, когда очень сложно челнинцам. Все, 2-0 Велес. 2-0 Велес и очень важная победа для команды Артема Куликова. 28 очков у него в турнирной таблице. Она 15-я, но это еще не спасительное 15-е место. До Кубани 2 очка.